Да, я за свою ютуберскую карьеру насмотрелся много видео по типу «Один день моими глазами» и подумал, чем я хуже? И решил тоже сделать такое же видео, как вы поняли по названию, и по началу «Один день моими глазами». Удачного просмотра! Начинается все в мое любимое время, 6:50. Здорово. Всем здорово, чуваки. Походу в туалет нету. В 7:30 так ярко, господи. Опять всю ночь бегал, опять всю ночь бегал, спать мне не давал. Из-за тебя только в час ночи заснул. 5 часов поспал, блин. Я и так в 12 планировал ложиться. Из-за тебя вот в час ночи лег. Ладно, иди сюда. Господи, бьющийся только мой малыш. Как малыш? 12 лет тебе воспитываем. 13 лет тебя воспитываем. Господи, чуть на гантели не упал. Вики. Yeah.
Привет. Меня слышно? Меня слышно? Так где я? Подожди. Ёханый бабай, я наушники не одел. Сейчас одену, подожди. Алло, поговори. О, все, стало слышно, да. Ты просто у меня автоматически наушники подключились к разговору. Все, дарю вам. В том-то и дело, то, что у меня телефон на зарядке. А компудахтер вообще в Москве остался. Вот. В общем. Так. Ну я буду стримчик, когда начинать. А, ой. Не, сейчас я сниму ролик. Сейчас мы с тобой снимем ролик. И где-то часов в 7, в 6-7 будет стримчик. На Бивик Локи канал. Да, это все... Я сейчас ролик сниму на канал, на Лимончик на канал, да? Я сейчас и так ролик снимаю, короче, понимаешь, такой один день моими глазами. Ну, просто хочу поделиться кусочком личной жизни с моими подписчиками. Только подписчики это заслужили, так что ставьте лайк и подписывайтесь. Короче, в общем, сейчас на канал Лимончик записываем ролик с тобой. Потом записываем, потом будет стримчанский на канал Бивик Локи. А я жду, блин, пока телефон зарядится сейчас. А он, кстати, очень быстро заряжается. Сейчас я его включу. Подожди секунду. Говорю, подожди секунду. С другом. Короче, вам не привыкать. Все, я здесь, телефон тоже здесь. Сейчас. Меня тут пропущенных, пока телефон разряжен был. Ладно, у меня нету AirPods'ов. Ну, да ладно. Так. Подожди. Сейчас. Мы записываем ролик по рейсинг-кару. У меня телефон завис. Мы записываем ролик с тобой сейчас по рейсинг-инкар. Рейсинг-инкар. Да? Погнали. Давай записывать. Давай, погнали. Все, спасибо. Давай, пока. Давай, брат, пока. Подожди, брат. Давай, пока. Пока. Пока, все. Давай, пока. Завтра на самокате приду. Едешь за мной. Ты что за мной едешь? На таран. Ё-моё. Какой таран? А где, подожди, а где выход? Я запуталась. Ладно, поехали домой. Где выход? Где вот сторону, откуда я пришел? Поехали за мной. Погнали нафиг. Я тебя отправлю, мы как раз сегодня... Ё-моё, тут газон мокрый. Делать кодовые слова, чтобы нужно было просто написать.
это слово там. Ок, давай. Например. Короче, давай я завтра к тебе на самокате приеду. Да, короче, до завтра. Все, давай. Пока, давай часов. Часов в 7-8 позвони. Да, хорошо. Давай, пока. Ё-моё, чё так холодно? В час дня. С тебя 5 лайков, а с меня вторая часть по одному дню моими глазами. Всем удачи, покедова. Это были как бы не один день, пол. И да, заранее, чтобы мы обошлись без хейта, говорю, это видео не на день рождения. На день рождения 1 месяц и 14 дней. Да. Да, мое день рождения 14 июля, а сейчас 1 июня. И как бы этот ролик больше на то, что типа 1 июня, типа первый день лета. Больше на это намекает, но так пред день рождения считай.